Всем доброго времени суток. Мы начинаем движение. Каюр, хватит орать. Что ты, сопло продуваешь? А, Каюр? Что? Мы начинаем движение. Вот. Выезжаем на открытие охоты, на соревнования, на все дела. По эконому я фотки показываю. Вот. Ты линяешь, что ли? Ой-ой-ой. Не этот. По минималке мы этот и выдвигаемся в путь. Да? Ну все, поедем. Тоже дорога дальняя. Еще надо обустраиваться. Затарились по эконому. А как еще? Если что добудем, сделаю и покажу. Остальное, что там у нас идет? Макароны, тушенка, дошираки, мараки, картошка, лучочек, морковка, чеснока я еще докинул, на фото его нет, а я докинул потом 3 штучки. Вот, ну и помыть посуду там, то есть все. Ну и как бы вот, все, поехали. Посмотрим, обустроимся, чего да как. В Калуге еще заправимся, там где-нибудь на Калужской земле, на Калужской области, вернее. Не в самой Калуге, а когда Калуг, там у них дешевле должно быть, в той области. У нас дороже. Ну и топливо вроде как получше, мне нравится. Мы сейчас уже на Калужской земле, в Обнинске проезжаем. Морды. Морды. Такой вот. Огурчики. Купил 3 пачки патронов. Больше нет возможности. Купил бы больше. Патронов совсем нет. Вот первые патроны покупаю в этом году. Да и в том году я не покупал ничего. Все, старый запас. Там чуть-чуть что-то было. А так мы пробегали, что у нас, пули картечь, она быстро не кончается. Да? 3 пачки хватит нам, куда? Надо было 2-столку брать, а не 5-зарядку. Да, Каюр, ты много лаешь по дороге. Слышите? Морды. Поедем, нам немного осталось. Полпути мы проехали, наверное, где-то. Элька. О! В дороге на охоту. Вот так вот. Ну, хоть не с пустыми руками. И то хорошо. И то хорошо. Вот я еще попал на платку. Ну, я только и поехал через Обнинск, потому что патрон надо было купить. Ой, блин, и тут все платно. Платная дорога. Ёкарный бабай. Ай, бля. 80. Как за микроавтобус взяли. Вот кто на работу будет ехать? Каждый раз платка. Все, и у нас сейчас скоро тоже нашу трассу сделают платную. Вообще будет кирдык. Как людям. Только на общественном транспорте выгодно будет ездить. Ладно, мчимся дальше. Жую опилки. Я директор лесопилки. Обдирает нас как липок. Давай, как в этом, знаете, Любовь и Гол. Давай, обдирай нас как липок. Лед деньги принеси.
А где? Там. А? Да. Охренеть. Еще раз. Я проехал-то всего лишь, не знаю сколько-то, совсем мало. Обалдеть. Да. У вас второй класс. Сотка не катит. Еще тридцаточку набавьте. Нормально я скатался через Обнинск на Калугу. Проехался. Я еще не знаю, у меня. Я не знаю, как расплачиваться дальше. Ой, блин. Да. 130 рублей. А у вас прицеп. Второй класс. Нормально. Спасибо. Ну ладно, буду знать, что сюда в Калугу через... Уже надо только ехать по деревням, и если я поеду, когда буду ездить туда на охоту, только этот... Выскакивать, чтобы сразу на развилке и сразу за Угру. И не знаю, там сделали сейчас еще платки, нет. А дорога-то одна. Других дорог на Киев. Она одна дорога. На Брянск. Как же люди ездят-то? Платят? Платят, конечно. Короче, с Обнинска до Калуги я прокатился, получается, 80-130. Вот она, моя развилка. Где я должен выезжать? Вот на Медынь. Мы едем прямо. На этот раз туда, налево, Калуга. Мы едем дальше. Вот здесь я выезжаю обычно, где он идет. Грузовик. Второй грузовик. Третий грузовик. Вот они выезжают. И я также спускаюсь всегда. Чик. Я не думаю, что там дальше тоже еще платка будет. А там фиг его знает, что понаделали-то. Я по этой дороге, которую сейчас ехали, я 100 лет не ездил. Я всегда здесь, по деревням. И вот здесь выскакиваю. Сейчас Угра будет. И все. И ходу-ходу. Ну, не было этих ремонтов под этим. Как его? Под парапеты. Вроде не было. Вот памятник богатырям нашим. Церквушка стоит. Вот он, начинается река Угра. Я эту трассу очень давно знаю. И вот эти плиточная дорога, плита. Как по на этой... По стиральной доске. Река Угра. Вот она, Угра. Река Угра, и вон корова пасется, блин, одна. Может, ну и в баню уток. Там какой-то водоемчик, карьерчик такой, наверное, там рыбка есть. Рыбачки стоят. Ладно, едем дальше. Немного осталось, буду знать. Ну, мне патроны надо бы купить, но я вообще пустой. Поэтому. Все кончается на У, да? Три пачки тоже дело. Сколько получается? 75 штук. По идее, как все считают, 75 уток должно быть. Но это азарт, и стреляешь не в правильном положении. Высота не та, полет не тот, далеко. Торопишься. Опережение неправильно берешь. Еще что-то. И если бы так было на самом деле, дичи бы у нас, ребята, не было бы нигде. Все бы выбили под корень.
А так как еще многие выпивают и не встают, и не выходят из палаток, и вообще не выходят ниоткуда с машин, то это еще большой плюс. В любой охоте, не только утки. Так что охотники, они вообще добрые люди, благодетели. На них молиться надо. А вот браконьеры и все остальное, кто вот воспользуется своей там полномочиями, какими-нибудь властью, те могут куролесить. И вон сколько по телевизору показывают всякой ерунды. Вот, безнаказанность, где кто чувствует, наверное, вон там да, а тут-то больше спим. Ладно, поехали дальше. Так, я уже на поле, еду по полю. Тут объяснили, мне объяснили. Еду на плотину. Собаки тоже уже в окошке выглядывают. Поеду. Там народ уже, крики, визги. Аркадий, слышу, видать, путевки выписывает. Слышу голос тоже. Вот так вот, да. Смотрите, какие поля, и вот такие перелесочки. По куничке ходить самое то, там где-то вон там лесочек. Может, перелесочек зайти, а собакам легче работать. Левее, левее, говорит, левее всегда. Бери левее. Ну, мы по накатанной пойдем. Левее, левее. На дамбу, пруд, березнячок. Выйдешь нас. Левее, левее. Одна дорога. Это просто развилка, что ли? Ёкарный бабай. Ну да. Даже не знаю, по какой теперь ехать. Вернулся назад, не то что-то совсем еду. По полю еду. Поля обалденные вообще, конечно. Ни конца, ни края нету. Полей. Поля, поля, поля. Трава, трава, трава. Не знаю, должен... Сейчас должен... Ой. Правильно должен ехать. А, все, понял. Ручей, а там должно быть сейчас... Этот... Как его... Плотина. Здесь ручей идет... Маленький ручей, а рыбы было полно раньше. Где они могут стоять? Он там в березках где-нибудь, да? Я говорю, в березках. Тут рыбу они запускали. Выращивают. Вон там красиво березки. Все болото, болото. Ну, может, напоминаю. А, вон она. Зеркало сразу видно. Пруда. Лагерь, лагерь. Так. Нам сказали, вставай где хочешь. Где хатыш, встанем по прямой. Никому мешать не будем. Тем более с собаками. О, отлично. Солярки хватит, до заправки хватит. Все, не скули. Не скули, что ты скулишь? Сейчас, Бел, сейчас. Сейчас я вас выведу.
лагерь большой, много народу. Угу. Сейчас я палатки возьму. Сейчас морда. Сейчас. Еды нам хватит. И все остальное. Сейчас бьем. Ой, господи. Где там поводки? Поводки, поводочки. Блин, столик. Говорил же, столик. Тут как бы есть общее. И у каждого свой есть лагерь небольшой. То есть около палаток, около этих, гитара, песни поют. Нормально там. Костер, мастер. Сейчас, каюр, не нервничай. С длинным ты бел, наверное, напутаешься сейчас. Да? Белку. Белку возьму. Каюр, сейчас ты по... Сейчас, после дороги, сейчас вы. Пока. Лево, нет, не сюда. Каюр, каюр. Каюр. Все по туалетам. Обскулился. Нормально. Тенечек, жарко не будет. Березки красивые здесь. Бело. Не пухти. Чисто. О, раздолье, о, раздолье. Каюр! Каюр! Полетел круг почета. Ну, такой наш приезд. Остальное я буду по мере возможности. Сейчас мы будем распаковываться. Буду показывать стрельбы. Там у меня стенды стоят. Стрельбы. Салют вроде. Как сегодня, завтра. Все будет в общее, наверное. Ох, не знаешь, как ты это... Ой. Да, да, спрятать. Ну так вот, такой расклад. Ладненько, все, будем мы обживаться, распаковываться. Буду дальше чем потом порадую. Стой, Бел, дай я тебе сюда. Сейчас я тебя посажу. Сейчас. Ой. Все.